Я в жизни не сражалась за мужчину. Зачем? Это, в принципе, неверно. По ряду обстоятельств и причин, да и бессмысленно, наверное. Не знаю, то ли гордой была, и эти действия мне всегда претили, а может, просто нервы берегла. И молча, без скандалов, уходила. Войну не объявляла никогда, соперниц не стращала страшной карой. А просто уходила. Навсегда. Такой мужчина мне не нужен даром. Бороться и кричать я не отдам, а потом всю жизнь страдать и унижаться. Не верить ни глазам, ни словам. И что, вот так за любовь всю жизнь сражаться? Спаси и сохрани меня от этих бед, Всевышний. Впредь и нынче тоже. Любовь или есть, или ее нет. То третьего, по сути, быть не может. Я в жизни не боролась за мужчин. И 100%, что уже не буду. И даже тот, кто мною так любим, он тоже исключением не будет.